Йоу, всем привет, на связи горецmagic.ru. Сегодня я сидел вечером, сидел, делать что-то ничего не хочется, и я решил сделать крышку для объектива своей экшн-камеры китайской. Она называется Aikin H9. Да, правильно, Aikin H9. Думал я, как же это сделать, чтобы объектив у меня ничем не засорялся и оставался без царапин. И я вспомнил, что у меня была пробка. Пробка от бутылки шампанского. Вот, я тут перепутал и начал делать пометки не в том месте. То есть я взял пробку от шампанского, отрезал отсюда вот эту вот часть. Вот, и эта часть идеально подошла к обычной пробке от бутылки. Вот, от обычной бутылки с газированной водой Бон-Аква. Я ее вкрутил с достаточно большим усилием, и она села туда практически идеально. А дальше я разметил диаметр или радиус, как он называется, объектив камеры. Это получилось у меня 20 миллиметров. Очертил вот по такому принципу, то есть отметил центр, очертил радиус 2 сантиметра или диаметр. Забыл радиус, диаметр, правильно, диаметр, радиус, это полкруга. Очертил диаметр и начал потихоньку вот этой вот штукой железной от резака по бумаге вот так вот потихоньку это выколупывать и обрезать. Ушло у меня на это, ну, я думаю, где-то минут 40 или час. Давайте с вами посмотрим, что у меня получилось. Вот, потом я все это обработал шкуркой внутри. Шкурка где? Вот шкурка. Я туда засунул эту шкурку, одел ее вот так вот на палец. И вот таким вот макаром почистил все это дело, чтобы она была внутри чистая. А получилось что у меня? Получилось то, что вот этот вот объектив, он имеет такой матовый шероховатый корпус, то есть прорезиненный. И следы от пробки, не знаю, видно здесь или нет, видите, легкая грязь остается на этом прорезиненном корпусе. В общем-то, не совсем эстетично смотрится, но может быть со временем пройдет, потому что пробка здесь не обработанная, и от нее остается грязь на объективе. Но, в общем-то, более-менее я считаю, что получилось нормально. Давайте попробуем вам показать, как это все смотрится на деле. Главное, чтобы тут у меня ничего не слетело, потому что тут даже у меня нет объектива. Все стоит на книжках. Смотрите внимательно. Ой, это же не фокус, я забыл. В общем, он подходит. Смотрите, раз. Все. Вот все оделось. Спереди. Сбоку. Там сверху, сзади. Вот. И подходит он очень плотно. Там, конечно, пришлось его подгонять. С первого раза не подошло. Даже с пятого не подошло. Вот по чуть-чуть снимал и пробовал одевать. И теперь снимаем также ее. Хоп. И вот. Все у нас работает. Теперь у меня есть пробка. А грязь, которая остается с камеры, я стряхаю вот этой вот кисточкой. Возможно, я что-то еще придумаю. И, может быть, сделаю какую-то штуку вот сюда, на окантовку. На окантовку вот этой пробки, чтобы не пачкалась камера. Не знаю, что пока придумать, что-то такое среднее, чтобы не было скользкое и не было слишком шершавое. Все. На этом я заканчиваю свое видео. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. С вами был горецmэджик.ру. Пока.